Дорогі радіослухачі, ми раді вітати всіх в програмі «Світлі гості». Як ви знаєте, це програма про те, як Бог діє в житті людей. І сьогодні у нас в гостях пастор церкви Скинія, міста Одеси, керівник благодійної організації «Надія», поміч людям похилого віку, дітям, сиротам, солдатам. І в мене стоїть три крапки, тому що Бог знає всі деталі. З нами Олег Шайкевич. Вітаємо вас, Олег. Доброго дня. Дякуємо, що ви приділили час, щоб побути з нами, поділитися своїм життям, як Бог діє у вашому житті. Слава Богу. Ну, і ми хочемо розпочати з дитинства і хочемо задати вам таке питання. Розкажіть нам про своє дитинство, Олег. Що вам пам'ятається з тієї пори? Я родился в интеллигентной семье, бабушка, дедушка были преподавателями в университете Одесском Мечникова. Всю жизнь это были у нас дома либо студенты, либо преподаватели, либо актеры, режиссеры. Вот такое детство. Я помню вот такие вот моменты, когда выходишь, и там какой-то актер показывает что-то, и я иногда пугался. Но это было хорошее, интересное время, всегда были интересные люди. Мы никогда не жили богато, но всегда меня учили неверующие бабушка и дедушка, что люди – это самая большая ценность. Дуже цікаво. До речі, я хотів задати вам наступне питання. Які цінності прищепили вам ваші батьки? Можливо, окрім того, хоча це дійсно дуже важлива цінність. Дякую, що ви поділилися. Можливо, были еще какие-то ценности, которые вам прищепили батьки с детства? Несколько вещей, которые, ну, особенно важны. Первое – книга. Книга – это всегда было ценно в нашей семье. У нас очень много, много книг. И каждый мой день начинается чтение, и так было с самого детства. И я всегда видел всех моих, они сидели и читали. Это было большое влияние. Второе, вот то, что я уже говорил, это что необычайная ценность человека. Олег, можливо, вам згадуються якісь книги, які ви прочитали в період дитинства, можливо, трошки пізніше, які справили на вас враження, якось змінили вас? Якісь, можливо, декілька книг, які пригадуються вам? Якщо із нехристианських книг, то це книги Гюго. «Человек, который смеется». Это книги Бальзака. Это книги, которые... Ну, множество классической литературы, особенно французской. Это то, чем я украинскую мову захопливался. А книга, которая вот оказывала большое влияние в дальнейшем, это, конечно, прежде всего, Библия. Это просто чудо, что Бог мне ее подарил. И через некоторое время я начал читать особые труды пуритан. Это люди, которые жили сотни лет назад, но я увидел, что они особенные, просто удивительно особенные. Томас Ватсон, который писал «Небеса, взятые штурмом», и многие-многие другие. Я просто видел, что это люди, которые имеют удивительное отношение с Богом. Они оказали на меня большое влияние. Дякую, що поділилися, Олег. Ви згадали тільки що про відносини з Богом. І колись Ісус сказав, що коли людина навертається до Бога, то й ангели на небі радіють. Було б цікаво почути від вас, тому що ця історія у кожної людини унікальна. Як трапилося це в вашому житті, ваше примирення з Богом? Я, як ви поняли, родився в нехристианській сім'ї. Ми ніколи не говорили о Бозі. Никогда об этом я не думал. И вот когда мне было 11 лет, моя мама работала, у нее был один человек, подчиненный у нее, который очень хорошо работал, Николай. И он все время говорил, придите к нам в церковь. И вот она приняла решение прийти, просто чтобы он отстал. Она пришла и уже в следующий раз взяла меня. Это была Одесская Пересвятская церковь, удивительная, с удивительной историей церковь с удивительными людьми, которые сразу же, ну, как шторм ворвались в нашу жизнь, и они начали приходить к нам в гости, влиять с таким евангельским влиянием, и слава Богу.
Так, дякую, що поділилися, дорогі наші слухачі, всі, хто дивляться нас зараз. Можливо, і в вашому житті зараз є людина, яка гукає вас в церкву. Можливо, дійсно Бог використовує її, щоб пригорнути вас до себе. Отже, прислухайтесь, можливо, до цієї людини. Олег, ми знаємо, що ви зараз є пастором. І могли б ви поділитися з нами про свій шлях формування пастора, як ви це бачите? Можливо, якісь основні етапи в вашому житті, що або кого використовував Бог, щоб ви опинилися ось зараз на цьому місці? Ой, це дуже хороший вопрос. Множество людей Бог использовал. Больше всего он использовал моего пастора, ныне уже покойного, Петра Константиновича Радославова, который был пастором от Бога. Его пример, его терпение, его любовь к людям, она просто, украинскую мову нельзя по-русски сказать, надыхала. Надыхала так, точно так же служить. И его пример был огромный. То, как он жил, и то, как он умирал. Это был Божий человек, который оставил такой неизгладимый след в моей жизни. И еще было много людей прекрасных. Например, Даниил Петрович Умнов. Это тоже один из пасторов здесь, вот в Пересевской церкви. Он взял меня с собой в миссионерские походы. Для того, и все время хотел показать о том, что насколько важно благовествовать. И его влияние помогло мне благовествовать многим. Я видел его пример. И третий пастор, который оказывает на меня влияние сегодня, это Алексей Коломийцев. Его слово, то, как он любит слово, то, как он любит Бога, то, как он проповедует. Практика служения, практика жизни, она оказывает большое влияние. Я очень благодарен Богу за этих троих братьев. Дуже цікаво, я слухав вас, помітив, що три людини використав Бог, щоб, можливо, деякі сфери в житті, дати вам можливість в них зануритися, так? Любов і терпіння, життєвий приклад, потім благовістя, місіонерство і відношення до слова. Дуже цікаво, дякую вам, що ви поділилися. Я думаю про себе, можливо, наші слухачі, глядачі подумають і про своє життя. Можливо, у вашому житті зараз є людина, ваш пастор, або просто незнайома людина, або співробітник, або, можливо, на навчанні хтось, кого Бог використовує, щоб вас навчити чомусь важливому. Давайте будемо уважними до цього. Скажіть, Олег, будь ласка, нам про свою церкву. Просто опишіть її, от що б ви сказали про свою церкву, про людей? Ох, хочеться о ній говорити. Церковь Скиния, мы назвали церковь Скиния, это церковь, мы взяли для себя несколько важных, не люблю слово лозунгов, ну, идей. Первое, церковь Скиния, каждому найдется место. Церковь Скиния, каждому найдется место. Я встречал церкви, даже я помню, как-то я приехал в один из городов, не буду называть, и проездом был, ехал в Польшу и решил зайти в церковь. И я сидел один, и мои братья, которые были со мной, сидели тоже одни. И никто не подходил, и когда мы шли по ряду, каждый ставил сумку для того, чтобы мы рядом не сели. Мы сели где-то, вот нам пришлось пройти в самый вперед, там сесть, там был первый ряд свободен. Мы сидели, и никому не нужны были. И уже потом, вдруг кто-то узнал, уже когда закончил служение, «Ой, слушайте, это не вы руководитель Белоцерковской конференции?» Я говорю, «Да». И сразу, «Друзья, посмотрите, какой у нас гость!» И все начали приглашать, и все, и мне было больно, и мне хотелось просто плакать. Так вот, мы взяли для себя принцип «каждому найдется место». И мы говорим об этом, ну, почти каждое служение. И второй принцип нашей церкви, что церковь Скиния – это церковь вторых шансов. Бог нам дает вторые шансы, очень много раз дает. И вторые, и сотые, и тысячные. Прощает и милует. А мы часто не готовы давать. Так вот, наша церковь, церковь Скиния, церковь вторых шансов. Удивительная церковь ярких людей, все неповторимые, имеющие свое мнение, яркие. Я люблю, когда люди имеют свое мнение. Я братьям... Сейчас мы приглашаем братьев в совет, и я им говорю, братья, во всем соглашайтесь со мной. Спорьте, если нужно. Говорите свое мнение. Вы
мы разные. Мы не церковь кивающих людей, мы церковь рассуждающих людей. Я тоже могу заблудиться. Поэтому давайте размышлять, думать. Я не хотел бы, чтобы все думали одинаково. Я хотел бы, чтобы у нас были разные мнения. Мы приходили к чему-то одному прекрасному, сильному, яркому, чтобы славить Господа. Дуже цікаво. Дякую, що ділитеся з нами, Олег. Я впевнений, ці риси вашої церкви, вони можуть надихати інших людей. Особливо мені сподобалась перша риса про уважність до людей. Кожному знайдеться місце. Це дійсно, думаю, не тільки в церкві, а взагалі в житті дуже важливо бути уважним до інших, так як ми б хотіли, щоб до нас зверталися люди. А могли б ви, ось ви говорили про людей, охарактеризувати людей своєї церкви? Можливо, деякі такі слова, характеристики. На ваш погляд, як пастор? Я не знаю, що ви іменно від мене ждете, але я вам скажу, що це церковь ярких людей, преображених Христом. И вот я каждый день общаюсь с ними, каждый день. Я недавно заболел ковидом. И все, я заболел, моя семья, очень легко мы перенесли. Но, вы знаете, вот в этот день у нас было просто что-то невероятное. Звонок за звонком в дверь. И люди приносили кто-то бананы, кто-то лекарства, кто-то вечерю, кто-то еще что-то. Приносили, и... такое внимание, я думаю, Господи, я же этого не заслужил. Внимательная церковь, друзья, внимательная. И я хочу, пользуясь возможностью, сказать, будьте внимательны к тем, кто в вашей церкви служит. Не только к пасторам, а ко всем. Будьте внимательны, благодарите. Обращайте внимание на то, что они делают. Вы не представляете, насколько это может быть тяжело, насколько большая ответственность. Поэтому, если вы видите, что кого-то нету, звоните. Если вы видите, что пастор заболел, ему точно так же, как и вам, нужна поддержка. Поэтому начинайте это делать, начинайте служить тем, кто вам служит. Дякуємо, Олег, за заохочення. А на ваш погляд, чого найбільше Господь очікує від вас, як від пастора? Ось на даний момент життя, що б ви сказали? Вы знаете, если бы раньше бы меня спросили этот вопрос, задали бы этот вопрос, я бы сказал, что Бог больше всего от меня ждет лидерства. А сейчас я понимаю, что Бог от меня ждет верности, прежде всего в слове, и второе, верности в моей жизни, в моей семье. Я знаю, к сожалению, знаю семьи, которые многого пастора, многого добились, но потеряли свои семьи. И никому не нужно такое служение. Первое, что Бог ждет, это вот моих личных отношений с Ним, отношений через Слово. Он говорит нам через Евангелие. И второе, послушание, которое прежде всего в моей семье. Прежде всего в моей семье. И моя семья должна... Мое отношение к моей жене, к моим детям, у меня три дочери, должно быть библейским. Это самый большой пример. Не помню кто... По-моему, Тимоти Келлер сказал, что большее, что вы можете сделать для своих детей, это любить их маму. Так вот, и для церкви. Больше всего, что вы можете сделать, это быть примером Евангелия и примером семьи. Дякую вам, Олег. А, можливо, ви також поділитеся з нами небезпеками, з якими може стикнутися, людина, яка формується як пастор, яка бачить покликання всередині себе, і ось на етапі формування, покликання, з якими небезпеками вона може зіткнутися, і, можливо, ви могли б поділитися, застерегти. З радістю. Наскільки я це розумію на даний момент. Перше, я думаю, що перша опасність – це влияння інших людей і бажання понравиться другим людям. Это опаснейшее дело, понравиться другим людям. Ну, знаете, есть обычные ответы, там это деньги, женщины и власть, да? А я хотел бы на что-то другое обратить, то, что сейчас я вижу, как уничтожает буквально служение. Апостол Павел говорил в Галатам о том, что когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего,
чтобы я благовествовал язычникам, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Так вот, иногда мы должны прежде всего советоваться с Господом, а потом уже советоваться с людьми. Я встречаю людей, которые дома советуются. С тестем, с другом, с влиятельным большим братом, кто-то со спонсором. Сегодня мы должны идти за Христом, а не за людьми. Это важнейший урок, важнейшая проблема. Вторая проблема – это слишком занят для того, чтобы молиться. Я вам скажу, большая занятость – это может стать большой проблемой. Не только для молитвы, но и для всего. Например, четверг у нас семейный день. Это день, который я посвящаю семье. И у меня друзья в церкви все знают о том, что четверг – это наш день. И мне вот сегодня брат Дима написал, говорит, хорошего семейного дня. То есть все знают. Первое время все хотели умереть, разводиться или жениться, или еще что-то именно в четверг. Но потом просто люди начали понимать, что это важный для нас день. И многие просто берут какие-то свои четверги, вторники, среды, по моему примеру, по нашему примеру с Леночкой. Вот поэтому занятость і влияння других людей – це дуже опасні речі. Дякуємо вам, Олег. Впевнений, це буде дуже корисно. І для мене теж дуже дякую вам. Давайте перейдемо до сфери вашого служіння, можна так сказати. Ми знаємо, що ви займаєтесь різноманітною допомогою. Наприклад, турбота про людей похилого віку, про дітей, про сиріт, про солдатів-захисників. Я чув про вас. І скажіть, будь ласка, взагалі, як це почалося у вашому житті? Я маю на увазі ось початок, коли ви почали піклуватися про людей. Що спонукало вас увагу до людей і бажання допомогти їм? Ну, перше, що хочу сказати, що Господь сказав, я создам церкву, і врата ада не одолеють її. Ісус служення не тільки я, а не все служення церкви. Многі браті і сестри нашої церкви. Прежде всего, влияние такое миссионерское на меня оказал, я уже говорил сегодня, Даниил Петрович Умнов, который начал создавать миссионерские походы Евангелия Украине. И огромный автобус был у него, значит, кто-то ему предоставлял, брат из Херсона предоставлял. И вот на протяжении месяца молодежь ездила по Одесской области, Херсонская и дальше там Полтавская и проповедовала. И это была грандиозная школа. Я видел эту нужду людей. Потому что я вам скажу, что многие наши братья и сестры из городов, они даже не представляют, что чувствуют люди в селах. Ну и вот однажды мы начали трудиться в интернатах. И это хорошо пошло. И однажды так получилось, что нам вместо женских прокладок прислали памперсы. Ну что с ними делать? И там, в селе, в котором мы были, был дом престарелых. Я зашел туда, мы проезжали в интернат, и зашел, и начали петь в каждой комнате, проповедовать. Стоял ужасный смрад, совершенно невероятный смрад. И невозможно было дышать. И все, певцы наши не выдержали, ушли. Я остался один, и из комнаты в комнату шел и проповедовал. И вот захожу в комнату, маленькая комната, 4 человека лежит, одна женщина забита досками, чтобы не упала, такие неотесанные доски, прямо к кровати прибили. И, извините, дорогие слушатели, все, что она сделала за последние 2-3-4 дня, у нее было на руках. Я проповедовал, и почему-то единственный раз сказал в жизни, почему сказал, давайте сейчас, ну, рассказал о Христе, и все это, говорю, давайте возьмемся за руки и помолимся. И она тянет ко мне свою руку, вот так тянет, а у нее на руке уже часть высохла, то, что постарше было, а свежая прямо течет, рука просто вот в содержимом памперса, которого не было. И она говорит, я хочу покаяться, я хочу. А я же сказал, что должен, давайте возьмемся за руки. И думаю, чего я так сказал? Думаю, положить ей руку на голову, на плечо. Я понимаю, что
Я взял ее за руки, и мы молились. Она каялась в своих абортах, она каялась в своих грехах. Бог уже ее подготовил к этому. Она осознанно приняла Христа, осознанно приняла. Я еще пару слов ей сказал, вышел, когда мы были в последнем, в самой последней комнате, она уже умерла. И я увидел это, знаете, как вот в театре есть последний звонок. Все, больше после него входить нельзя. Я увидел, что эти люди, это те, у кого последний звонок. Это был серьезнейший толчок, чтобы проповедовать в домах престарелых. Ну вот, это было главное. Так, а можете поділитися також, ну ось ми знаємо щодо і дітей-сиріт, що ви стикаєтеся із цим служінням, можливо, що було поштовхом до цього? Ми почали їздити, ще я був, не знаю, скільки мені було, лет 16-17, я бачив це служіння в інтернатах, мене це сильно касалося. І з'явився такий інтернат Фонтанка для трудновоспитуемых дітей. Я туди почав їздити і проповідувати теж вместе з командою. І це як-то було так, вот, ну, по-українськи, природно, естественно. Просто захотілося працювати з цими ребятами. В дальнейшем это были другие, многие другие интернаты, приюты. Сейчас это уже такая системная работа, когда туда постоянно приезжают люди. Тогда мы просто учились это делать, просто учились общаться с ребятами. И когда я закончил университет, я 3 года работал в школе. Это мне очень сильно помогло, взять и начать работать так активно, работать с детьми и понимать, как с ними вести себя. Потому что дети — это не маленькая копия большого человека, это совершенно другая психология, другой подход. Нужно все время держать внимание. Этому всего меня научила школа. Я очень благодарен Богу за школу. Дуже дякую вам, Олег, що ви ділитесь. Ми так чуємо, ну я так чую, що це не завжди легкі, можливо, навіть часто це якісь складні обставини, емоції і стиск. І скажіть, що вас надихає продовжувати вже надалі цю роботу? Я кожну неділю слышу молитву покаяння. І нічого не може бути прекрасніше, ніж молитва покаяння грешника. Мы еще не до конца понимаем, что здесь происходит, но написано в Слове Божьем, что ангелы ликуют. И я начинаю ликовать, когда слышу это. И ничего прекраснее музыки, самой лучшей, не может быть, чем молитва покаяния грешника, который вместо ада спасен Христом. И это ничто так не вдохновляет, как Христос, и как желание быть верным Ему, верным Евангелием, передавать Евангелие очень четко. Это иногда сложно передать за 5-7 минут в каждой комнате. Нужно иногда в домах престарелых просто кричать, потому что люди плохо слышат. Нужно передать Евангелие, рассказать о нашем положении, о том, что мы грешники, в то же самое время рассказать о том, что Христос пришел, Он умер за наши грехи, почему Он должен был умереть, и что нужно сделать, что Он ждет от нас. И вот это нужно, это Евангелие нужно рассказать, это вдохновляет, когда мы видим, как Бог действует. Именно Бог спасает людей. Дякую, Олег. Подяка Богу, який дійсно так любить нас, і подяка Богу за таких людей, як ви, за вашу команду, яких Він використовує для того, щоб спасати людей для себе. А скажіть, будь ласка, Олег, а чому ви навчилися у людей, яким ви служите? Наприклад, якщо взяти окремо людей похилого віку і окремо дітей. Чого ви особисто навчилися у цих людей, стикаючись з ними в служінні? Много всього. Люди пожилые. Я встречаюсь с потрясающими личностями, которые проповедуют Евангелие, продолжают на них держаться, эти маленькие группы в домах престарелых. Вот, допустим,
один из домов престарелых в Одесской области, там есть Ирина. Она лежит. Мы для нее поставили старенький компьютер. Там есть интернет у начальства. И поставили старенький компьютер, она начала слушать проповеди. И мы увидели, как она начала меняться. Начала меняться. Сейчас вот она мне рассказывает, не она, сотрудники мне рассказывают, то, как они заходят к ней помолиться, посоветоваться. Я думаю, вы представляете, насколько Евангелие меняет ситуацию? Она была просто одна из многих лежачих старушек. Но вдруг она стала человеком, к которому приходят сотрудники советоваться, что им делать в семье, помолиться, что им делать на работе. Это чудо. Самая большая мудрость – это Евангелие. И вот там мы это постоянно видим. У детей-сирот я учусь. Знаете, я постоянно вижу вот этот праздник, когда сироты получают семью. Никогда не могу без слез смотреть на это. Когда приходят папа и мама и говорят, мы хотим тебя взять. Чаще всего это дети уже после 10-12 лет, иногда двое, трое, в основном в интернатах это очень мало детей по одному. Это в основном двое, трое, четверо. И вы представьте себе эту картину, как его глаза, его ожидания, он был сиротой, и вдруг его усыновляет. Я всякий раз думаю, это Бог сделал с нами. Мы были ужасными грешниками, никому не нужными, обреченными. Бог спасает нас. О, это великая благодать. Вот так, Олег. Дякую вам, що ви ділилися такими переживаннями і оживляєте для нас Євангеліє, що дійсно Бог нас також всиновив. Ми знаємо також, що Бог, він навчає нас. Повторені закони, наприклад, я згадую, написано, що Господь навчає нас як батько своїх дітей. Тому ми повинні бути уважними до його уроків. Можливо, ви поділитеся з нами ось за час вашого, після вашого навернення до Бога і ось весь цей етап свого життя, служіння пастором, служіння людям. Якісь такі, можливо, принципи або уроки, які Господь особисто вам подарував у вашому житті, і ви могли б з нами ними поділитися. Ой, я би сказав би це так. Только Христос, только Писание, только верой. Вы знаете, пять соло, да? Я бы хотел бы, друзья, ничего лучшего еще никто не придумал. То, знаете, и пусть Богу будет только Богу должна быть слово. И я вам скажу, что тут необычайно важно вот эти принципы применить свою жизнь. Я много раз видел несколько вещей. Спасает Бог, преображает Бог, освобождает от грехов Бог. И мы должны понимать, что единственный, кто может изменить нас, это Христос и Его Евангелие. И вот это то, что я проповедую, то, о чем говорю, и то, что необычайно важно. Я встречаю людей, которые не могут справиться с какими-то своими грехами десятилетиями. Христос освобождает, и я вижу, как они освобождаются. У нас в церкви D-группы по 5 человек. 5-6 человек, 4 человека, как какие группы. И вот каждый готовит тему по кругу. И потом в конце, во второй половине служения, каждый рассказывает о себе, о своей борьбе. И мы видим, как Бог освобождает людей от их грехов. Это чудо. Если вы хотите быть свободными, если вы хотите ощутить силу перемен, силу благодати, обращайтесь ко Христу, обращайтесь к Евангелию. Это то, что изменит вас. Если никакая религия, ни какие-то дела, посещения, школы не изменят, они могут влиять, они могут подвести нас к Евангелию, но по-настоящему меняет Евангелие. По-настоящему меняет Евангелие. Чомусь пригадуються слова апостола Павла, які він писав у Филип'ян 1:21 або 20. Для мене життя Христос. Пройшовши такий етап свого життя, ви кажете теж щось подібне, що головне – це Христос.
Мабуть, дійсно, ми, ті, хто йдемо до цього шляху, колись теж це зрозуміємо більш глибоко, більш просто, як і писав колись Павло, що щоб ніхто вас не відволік від простоти у Христі. Адже дійсно він найголовніший. Олег, поділіться, будь ласка, з нами. Ось зараз такий період, ну, нелегкий, можна сказати. Різна інформація, якісь обмеження. Люди інколи живуть в бентежності, в страху. І хтось, можливо, втрачає глибину відносин з Богом. Або запал служіння. Хтось, можливо, взагалі перестає ходити до церкви. Що б ви порадили людям ось такий для деяких бентежний, непростий період, щоб зберігати мир в душі своїй, глибину відносин з Богом? Ну, прежде всего, когда сложный период для церкви, это и большое испытание. Я знаю и слышу, что есть церкви, которые удивительным образом сейчас растут. Например, вот наша церковь. Это время роста, время благословения. Есть церкви, которые удивительным образом разрушаются. Сейчас. Поэтому первый принцип, который сказал Майк Рикарди, такой очень хороший проповедник, мне очень понравилась его мысль. Что если ты отдал ключи, если ты отдал ключи от церкви кесарю, не удивляйся, если ты однажды придешь, и церковь будет закрыта. Мы должны быть послушны во всем, кроме греха. Поэтому мы, когда началась пандемия, мы сначала собирались, сначала в Zoom месяц были, потом мы вышли в Одессе возле моря, проводили служение. Много людей подходило и слушало. И сейчас мы проводим служение и проводим постоянно и просим постоянно людей, что если вы чувствуете себя не очень хорошо, то не страшно, останьтесь дома, побудьте дома, но мы проводим постоянно служение, абсолютно постоянно. И что еще важное утешение для вот этого времени – помнить, что Бог суверенный. Помнить, что Бог все контролирует. И Спёрджен сказал, что суверенность Божья – это мягкая подушка, на которой сладко спит верующий человек. Когда Бог все контролирует, ты понимаешь, что ты, не ты главный, что не от тебя все зависит. И это утешает. Это утешает. Друзья, не думайте, что от вас что-то зависит. Просто будьте верными Христу. И это все остальное решит Он. Все остальное совершит Он. Мы должны сейчас трудиться, чтобы созидать Церковь Христову по Его замыслу, а не по своему замыслу. Вот это вот ответ, чем мы должны заниматься. И когда мы проповедуем Евангелие, всегда будут люди, всегда будут покаяния, и всегда будет действие Божие, когда мы доверяемся Богу. Когда мы начинаем бояться, когда мы начинаем трепетать не перед Богом, а перед людьми, то это завал. Это завал. Это то, что будет вести нас к падению, то, что будет вести к падению служения и так далее. Дякуємо, Олег, що поділилися. Ви сьогодні згадували про сімейний день. У мене виникло бажання у вас спитати, можливо, хтось почує від вас цю інформацію і захоче також внести в практику життя подібну річ. Могли б ви поділитися, як це відбувається? Що ви робите в цей день? Що найголовніше в цей день? Ну, перше, я стараюсь качественно провести время со всей семьей. Качественно – это не быть телом здесь, а мозгами в телефоне. Так, взял телефон, и ты дома, но ты не дома, а стараться провести время с семьей. Это время, когда мы вместе гуляем, когда мы идем в кафешку для того, чтобы жена не готовила. Или, если не кафешка, то я стараюсь дома что-то приготовить или заказать. Мы стараемся провести время, мы стараемся... Ну, Слово Божие мы читаем каждый вечер. У нас вечернее время, и дети называют это... Мы читаем Слово, и потом дети называют урочки. Каждый делится урочками. Вот так вот. Вот это вот то... Это ничего особенного, ничего сверхъестественного нет. Просто время, посвященное друг другу. Дякую вам. Жене, детям. Слава Богу за это время.
Это, ми ждемо четвергов. Дякуємо вам, що ви поділилися цим з нами. Ну, наш час, на жаль, не впинно лине, і ми вже повинні з вами завершувати, тому хотілося передати вам мікрофон і просто попросити вас, Олег, звернутися до всіх, хто зараз з нами і хто нас почує. Що у вас на серці? Зробіть якесь побажання. Скажу несколько вещей. Я немало летал на самолете и всегда люблю прогуливаться по самолету и увидел одну особенность. Люди, которые сидят в первом классе и в бизнес-классе, они все читают. Люди, которые сидят в эконом-классе, они смотрят мультики или спят. Если вы хотите, чтобы жизнь ваша менялась, начните учиться у других людей. Прежде всего, начните учиться у Евангелия. Потом начните учиться у прекрасных книг, читайте хорошие книги, читайте великолепные книги. Сейчас вот у меня на столе лежит Тимоти Келлер, Пол Вошер, Эрси Спраул, его называют, многие другие, Хит Ламберт. Очень много прекрасных книг. Читайте, читайте и учитесь. Работайте над собой. Так просто ничего не меняется. Часто люди хотят, чтобы все изменилось, но в то же самое время ничего для этого не изменить. Так не бывает. Все начинается с нашего сердца. От избытка сердца говорят наши уста. И все меняется от избытка нашего сердца. То, что сердце несет, то умножается и внешне. Поэтому много посвящайте времени своему сердцу. А сердце может изменить Христос и Евангелие. И я буду повторять снова и снова эти два важнейших слова в моей жизни. Христос и Евангелие. Это то, что меняет. То, что делает нас счастливыми. Верующие, только верующие люди поймут, что такое сладостное общение с Богом, когда ты наслаждаешься этим. Друзья, это так прекрасно. У нас есть Бог, мы не сироты. Люди там вот на улице, они боятся войны, они боятся экономики, они боятся коронавируса. А у нас есть Бог, который нас любит, который все контролирует, и в этом счастье. И мы должны наслаждаться общением с Ним. У меня любимая книга, я ее переплел для себя, это «Молитвы Пуритан». «Долина видения» называется. Друзья, вот почитайте эти молитвы людей, которые жили 500 лет назад. Они наслаждаются Христом. Этому мы должны учиться. Наслаждайтесь. Он Спаситель, Он радость наша. Спасибо вам за это время. Дякуємо вам, Олег. Дорогі радіослухачі, всі, хто дивляться з нас. З нами сьогодні був Олег Шайкевич, пастор церкви Скинія міста Одеси, керівник благодійної організації «Надія», помічник людям похилого віку, дітям, сиротам, солдатам і, я вірю, що багатьом іншим людям. Дякуємо вам, Олег, що ви сьогодні приділили час, щоб поспілкуватися з нами і скерувати нашу увагу на Христа і Євангеліє. Слава Богу!